Матыльч, 1914 год. Я скоро вернусь. Кончится война, и я вернусь. Но он не вернулся в свою деревню. Не увидел больше отца с матерью. Не увидел неба, под которым он вырос. Испания, Альбасете, 1936 год. Русич? А? Совет? Да, нет, хорошо. Русский, но не совет. Киром. Батальоне Гарибальди! Адуната! Рота войска! Стюрка! Армей варан! Алиньевы! Гляди, Калёш. Фикс! Нет. Creamos en que los trabajadores de todos los países acudirían en nuestra ayuda en la hora se haga. La República Española os agradece... Про что он говорит, Алёша? Волонтарио! Да в испанском слабо. Про рабочую солидарность. Испанская Республика благодарна добровольцам,
вместе мы отгоним мятежников, а теперь он говорит, что нашим командиром будет генерал Пауль Лукач. Камераден! Товарищи! Мы будем называться 12-я интернациональная бригада. Я, как вы знаете, ваш командир. В бригаде 3 батальона. Немецкий, франко-бельгийский и итальянский. А теперь я представлю вам комиссара нашей бригады, товарища Луиджи Галло. Мы говорим на разных языках. Но у нас общие идеи и общая цель. Viva la Repubblica Spagnola! Viva! Здесь находится начальник штаба нашей бригады. Этот лишнего не скажет. И выправка офицерская. Прусская, настоящая. Теперь я хочу говорить с вами на языке Октябрьской революции. Неужели русский? Генерал Франко навязал Испании гражданскую войну. Вы приехали сюда из своих стран, люди разных партий и убеждений. Вы здесь, в Испании, для того, чтобы выйти на бой с испанским фашизмом. И не только с Испанией. Потому что генералу Франко помогают Гитлер и Муссолини. Трудная, но важная задача выпала на долю испанского народа. Воевать первыми против фашизма. Армия республики сегодня стала немножко сильнее. Наши отряды, какая ни на есть помощь. И для меня большое счастье стать вашим командиром. Вы пока не сделали ни выстрела, но уже совершили подвиг. Когда по велению совести вы тайно, обманывая свою полицию и пограничников, добровольцами поехали на войну. Вы отказались от мирной жизни. Вы бросили семьи, рискуя вместо Испании попасть в тюрьму. Кое-кому из нас пришлось взять себе чужие имена. Но ведь что поделаешь? Так плохо теперь мир устроен, что даже на такое дело, как подвиг, нельзя идти под своим именем. Мятежники у самого Мадрида. Не позже, чем завтра, мы уже будем в бою. Военной удачи, друзья мои. И будем верить в нашу победу. Фашисты не пройдут. Но пасаран! Но пасаран! Рота Польска! Батальон Франсей! Национ Тельман! Вахтан, фердамте, дилзе эрде, дишлец на ноцун кунгерцвин. Das Recht, wie glückt im Kater Erde, nun mit Macht zum Durchbruch bringt. Ein Passer für sondable Rase, ohne des Glande, ohne Ruhm. Leider, es war schon ein Kind, das den Sieg wir allen Kuss beran. So und ja, Ideale, nostra fine Sache. Ну, Геносе Фройнд, вас дан вайта. Брось ты, Лукач, хреновенько порой. Поют они хорошо, прямо заслушаешься. Но вот как будут воевать, ведь не обучены. С какого конца винтовка стреляет, не знают. Ничего, в бою узнают. Время такое ждать нельзя. Мадрид очень плохо. Нельзя терять минута. Ладно, Геносе Фройнд. Как-нибудь выкрутимся. Стой! Хальт! Камараден! Куда вы? Камараден, стой! Мадридский фронт, ноябрь. Вахин! Вахин! Куда бежите? Куда бежите? Que veux-tu de moi? Tu peux aller en personne, s'il te plaît. Трус! Мерда. Что здесь происходит? Шприт, я мандальщик! Не разумею, пана, нестеты.
Я не вем, что там. Учекай он, курва. А по-русски кто-нибудь говорит? О, так, так, то есть один хлопак. Хоч. Вы русский? Русский, эмигрант. Что случилось? Объясните мне, почему побежали? Да понятия не имею. Мы тут лежим, и вдруг они бегут. Мы даже стрелять начали по ним. А это, оказывается, наши. Кричат, нас окружили, нас продали. Кто окружил? Кто их продал? Идиоты! Паникеры чертовы. Какая тут рота? Польская, немецкого батальона. Да. А вот весь батальон вот там. Ну, спасибо, хоть про один батальон знаю. Поехали, покажите дорогу. Давай. Ну, счастливо. Что, вот Зеня. Как вас зовут? Алексей. Алексей. Алёша. Красиво. Ну, в военном ремесле вы что-нибудь смыслите? Как вам сказать? Учился в кадетском корпусе. О, так вы на нашем фоне почти что Ганнибал. А потом что делали? Стихи писал. Ладно, на что. Да. Слушайте, мне позарез нужен человек с языками. Идите к нам в штаб работать. Если это приказ, пойду. Словом, не хотите? Халь! Генерал Лукачевич, да. Кто это, знаете? Людвиг Рен, командир батальона. Людвиг Рен очень большой писатель. Его книги читают во всем мире. А вы его читали? Нет. Ну, понятно. Вы писали стихи. Где же вам было читать? Я бы так не смог. Пишет прямо под пулями. Так ведь не роман же, а рапорт на меня сочиняет. Они без горячей пищи уже 2 дня сидят. И без патронов тоже. Кавардак. Почему не хотите со мной работать? А, я знаю, из-за того, что я посмел его ударить. Да. Для нас, заграничных русских, Советский Союз — это, в общем, это для нас самое высокое и дорогое. И когда советский командир... Да что вы понимаете? Ничего себе война, без дисциплины, а тут еще каждый будет меня учить. Я вам предложил со мной работать. Не угодно, вылезайте и марш в окопы. А я и приехал, чтобы сидеть в окопах. Вообще-то он первый замахнулся. Конечно, вы правы, Алёша. Правы, что называется, на все 100. Сам знаю, виноват. За что его было бить? Что с них требовать, с необученных? Они еще и пороха не нюхали. Жив! Ну, молодец. Жив, это ты верно заметил. Товарищи! А почему бы и нет? Он жив! Да тут из 2-го батальона прибежали. Говорят, полный разгром, командир бригады убит. Это хорошо, значит, долго буду жить. Алёша, вот вам первое поручение. Идите к этим паникёрам и соберите весь батальон. Побыстрее. Есть. Их командира сниму к чертям. Здесь у нас заслон Рейна. Вот тут. Тут они держат противника, а без еды сидят. Куда унесло полевые кухни? Какие там кухни? Тут батареи найти не можем, не то что кухни. Полевых телефонов нету, связь по городскому. Вызываем эту, как ее? Бодега. Бодега. Это там рядом с батареей забегаловку, поехали в бодега. Так попадаем все время в аптеку. Аптека тоже нужна. Раненых много, госпиталь нет.
штаб 12-й. Си. Земляк? Земляк. Земляк. Что же вы, земляки, творите? Ваши мне атаку сорвали. Итальянцы? Гарибальди. Мои танки для них 3 прохода пропахали. А ваши? Добежали до фашистских окопов и залегли. Ты, танкист, сядь, успокойся. А если слабонервный, так водички выпей. Только на нас не кричи. А то мы тоже слабонервные. Бойцы не привыкли еще взаимодействовать с танками. Научим. Я танк потерял. И 2 ребят отличных. Пойду в итальянский батальон. Лукач, ты меня не узнаешь? Белов. Товарищ, это Белов из Болгарии. Какими судьбами? Такими, как и ты, назначен к вам начальником штаба. Ошибка это? У меня уже есть. Вот, познакомьтесь, товарищи. Есть решение. Кадровые командиры Красной Армии не могут занимать командные должности в Испании, только советниками. Это их война, мы здесь не хозяева. А кто мы тут, гости, да? Визит наносим. Брось, Лукач, все правильно. Мне уже звонили из Мадрида, я думал, пронесет. Все равно не отдам, не согласен. Белов, ты не думай, я против тебя ничего не имею. Но невозможно так воевать. Я понимаю. Вы, товарищ, отправляйтесь к танкистам, вас ждут. А Лукач ведет меня в курс дела. Хорошо. Ну, будь здоров, Гала. Оставайся тут, к итальянцам я сам заеду. Hasta la vista. Будь здоров. Ты знаешь, как я тебя люблю. Ты мой самый дорогой друг. Ну, я, может, еще вернусь. Буду проситься к тебе, советником. Ну. Советский доброволец Павел Иванович Батов. Теперь он генерал армии, 2 герой Советского Союза. Почему фашисты не наступают? Почему не смяли нашу бригаду? Мерси. По бедности воображения. Они не представляют себе, какой у нас тут бардак. Нас что губит? 2 самые прозаические вещи. Связь и транспорт. Теперь не повоюешь, как мы воевали в гражданскую. Будем по-новому. Посадим бригаду на колеса. Сразу получим свободу маневра. Я подсчитал, если у нас будет штук 80 грузовиков, это нам вот так. А кто их нам даст? Сами возьмем. Всюду на дорогах сломанные машины. Сделаем из 2 старых 1 новую. И второе. И для управления, и для связи, конечно же, необходим полевой телефон. Сколько я знаю, здесь их ни у кого нет. А у нас будут. Коли да се намерят лесно, а где да се намерят телефон? Коли ты сы, что са проблема? А добровольцы наши народ замечательный. Энтузиасты. Теперь только надо, чтобы мы, командиры, были достойны своих бойцов. Здесь и война особая, и противник особый. No sé, lo vamos a ver, hombre. Vamos más cerca, ¿eh? Mírale, me parece que viene. Sí, es aquel, ¿no? Sí, sí, es este. Товарищ Дуруци, ты теперь мой сосед, и я приехал знакомиться. Эвенида пара конокернос. Нам с тобой, как соседям, положено жить в мире, в дружбе. Твоей колонии и моей бригаде воевать локоть к локтю. При том, что у нас общий враг, не так уж важно, что ты анархист, а я коммунист. Но это importante. Es importante. Важно. Muy importante. Очень важно. Para vosotros, это вам, коммунистам, no es importante. Не важно. Vosotros вы нас no nos терпеть soportáis. Не можете. Но ради минутной выгоды готовы идти на союз и с нами, и с кем угодно. А потом, что вы сделали с анархистами в России? В революции воевали вместе. А потом выгнали из политической жизни. Да. Си.
Когда мы рушили старое, у нас нашлось много союзников. Но кое-кому оказалось с нами не по пути, когда мы начали строить новое. Бесспорно, строить сложнее, чем ломать. Но сейчас не время дискутировать. Будем решать другие вопросы. Спросите, полевые телефоны у них есть? Простите? Полевые телефоны. Эль прегунта си тенемос пор касалидат телефонос де компания. Para qué se necesitan teléfonos en el campo? Зачем в поле телефоны? En el campo se combate. В поле сражаются. No se conversa por телефону. Они говорят по телефону. Алло, алло, алло. Дига, дига. Тогда пускай расскажет, как он собирается сражаться. Он знаком с общим планом? Conoces el plan general? Mi amigo Xanti, un anarquista. Познакомьтесь, это наш друг Ксанти, русский анархист. Ты мне ответь на вопрос. С общим планом знаком? Conoces el plan general? Puedes estar tranquilo. Можешь не беспокоиться. Cada orden la examinamos y aprobamos colectivamente. Каждый приказ мы обсуждаем и утверждаем коллективно. Para cada uno es su propia И для каждого orden. Это становится его собственным приказом. Por eso los anarquistas combaten Поэтому мы, анархисты, воюем nadie. Лучше всех. Arrojamos a los fascistas de Madrid, мы отбросим фашистов от Мадрида. Nosotros irán a la brecha los más débiles. А за нами в прорыв пойдут те, кто послабее нас. Digamos, vuestra brigada. Скажем, ваша бригада. Что вы сделаете, еще неизвестно, но зато известно, что вы успели сделать. В католической стране разрушаете церкви. А что вы тут натворили с коммуной? В коммуну мужика загнали, а он не слышал такого слова, коммуна. Может, это вы для его же счастья? Тогда почему вы так безжалостны к нему и вообще, куда вы спешите? Un inglés sentía mucha lástima por su bulldog. Один англичанин очень жалел своего бульдога. No le cortó el rabo. Он ему хвост отрубил не сразу, sino que а каждый день рубил по кусочку, pedacito. Чтобы собаке было не так больно. Las iglesias, а no церкви, temas, не бойся, мы их не все закрыли. Allí hay una capilla. Вон там у нас стоит часовня. Hemos hecho de Она открыта. Мы из нее сделали уборную, и сеньор коммунист может туда прогуляться. Лукач, я у него советник, и мне сейчас с ним отношения портить нельзя. Он ведь обещал начать завтра наступление. Почему он тебя зовет русским анархистом? Какой я анархист? Член ВКПБ с незапамятного года. Это он мне честь оказывает, анархиста произвел. Вообще-то, Лукач, он парень хороший. Откровенный и храбрый. Хороший. Хороший сукин сын. А завтра еще Лейленд пригоню. Мне обещали. Алеш, а кто вы такой? То есть? Ну, почему вы с нами? Что вас сюда привело? Это что, проверка? Конечно. Я должен знать, с кем я работаю. Петрову тоже интересно.